пространство, реальность. И точно так же называется мое стихотворение. Болезненное есть и горькое лекарство. Даже название звучит нехорошо. Реальность. Ну, совсем по-канцелярски. Но отрезвляет, говорят, очень свежо. Причем воздействует на всех и во всем мире. Без разделения на возраст, цвет и пол. Национальность и политориентиры, будь ты грузин, поляк или хохол. И даже если ты американец и очень занят разжиганием с грабежом, японец, европеец, прибалтянец, на всех воздействует реальность хорошо. Реальность действует особенно прекрасно, когда становится горячей голова, когда преследует идея неотвязно, как безнаказанно у русских все отнять. И есть у той реальности ракеты, и самолеты, корабли, просто не счесть. И есть у нее два апологета, зовут их армия и флот, и опыт есть лечение воспаленного сознания, лечение даже буйных чуваков. И вот на что я обращу ваше внимание, ограничений нет, эффект всегда толков. Давно придумано лекарство, в древних школах. Да и проверено уже не один раз. На шведах, на поляках, на французах, на монголах, на террористах, на фашистах. Полный безотказ. Такое вот прекрасное лекарство. С голов горячих жар сбивает только так. Казалось бы, звучит по-канцелярски, но лечит даже отмороженных вояк. А чтобы уйти от этих слов, от канцелярских, есть предложение у наших докторов. Россия дать название лекарству. Понятней будет для горячих, для голов. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, о существенном и важном, доктор Волощук СД.